А продолжаем мы вот чем. Перенесемся в Турцию. Но только не ждите, что там будет хорошо, теплый климат и так далее. Там произошло сильнейшее за последние 500 лет наводнение. Шокирующие кадры показывают все мировые телеканалы, ну вот «Москва-24» в том числе. Ливневые дожди, которые шли несколько дней, превратили центральные улицы Анкары в бурный поток. Он буквально смывал с дороги автомобили. Владельцам ничего не оставалось делать, как только наблюдать. А вообще спасать свои жизни. Давайте еще и послушаем, что там происходило. В общем, натиск воды, сами видите, был настолько сильным, что перед ним не могли устоять даже грузовики. В итоге повреждены или пропали не менее сотни автомобилей. Затопленными также оказались нижние этажи зданий. Сообщается о 6 пострадавших, и ситуация может стать только хуже. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в районе стихийного бедствия в ближайшие дни не прекратятся.